Патриотические организации тоже сопротивляются. Вот придумали они проект «Отряды Путина». Вот только насколько этот проект действительно патриотический и чего он принесет больше пользы или вреда, судите сами. Следующие кадры мы оставляем без комментариев. Путин! 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 Да что вам враги тут, враги? Вот этот враг первый, вон там второй, вам третий. Вам должны потребовать, чтобы эту организацию убрали. Прямо я не знаю, бедные люди рабочие, их лишили всего, их ни за что там считают. Не плачьте, все будет хорошо, обязательно Путин поможет, он всем помогает и американцам поможет. Нужна нам американская продукция. Ну правильно, вот так ее. Дайте мне что-нибудь. Президента, ну, за настоящего и за будущего, хоть на Северный полюс. Точно! Пойдем. Лучше Путина нам не найти! На новый срок ему надо идти! Вчера этот господин опять на Россию гавкает. Да что это мука такое вообще? Больше я никогда в Телеграм сидеть не буду. Туда ему и место. Давайте. Дорога его туда.